если рассмотреть задачу Каши для вот этого действия, то какие начальные данные? Вот я тебе сказал, начальные данные. Для каждой частички надо задать ее начальные координаты и начальную касательную прямую. Скорость — это касательный вектор, а именно касательную прямую. То есть единичный вектор скорости. Слово единичный связано, как вы считаете, время. А если у вас нет единого времени, то вы не можете. Прямая. Вот если вы нарисуете прямую, я говорил, то вы у ней возьмете точку на кривую, вы к ней приведете касательную. В физике довольно обычным является такой прием. Проводится аналитическая временная координата, умножается на мнимую единицу, да. И тогда Евклидова теория. Совершенно верно. Переходит от пространства Минковского к пространству Евклида. Да. Вот с вашей, в вашем случае, что это? Ну, то есть где я использовал тот факт, что одна динамическая переменная и вещественная? Практически нигде. Поэтому я могу с самого начала считать, что все динамические переменные комплексные. Вот. И главное, чтобы было, надо чего-то продумать с Лагранжаном. Вот. А, вот, значит, здесь вот под корнем все стоит от самого начала, поэтому выражение под корнем должно быть положительным в вещественном случае. А если комплексное выражение, я должен какую-то выбрать. Да. И вот здесь еще интересно, я вот не задал вопрос очень важный, как здесь с этим как раз связанный, а что такое причинность в этой теории? Мы можем говорить про две точки, что они времяподобны, потому что двум точкам можем сопоставить вектор. А про векторы мы уверен говорить, что он времяподобный. Вот. Но понятие, что как они взаимодействуют, не взаимодействуют, это должно как-то отражаться в выборе вот этого, вот в нашем случае, вот этой буквы В. Вот. А значит, и причины принимаем следующим. Если вот эти начальные данные мы выбрали времяподобные, касательные все времяподобные, то по всей динамике от времяподобных должна сохраняться. Это и будет такое геометрическое выражение причинности. И вот на примерах там видно, что если выбрать начальные данные правильно, то там, где пока еще все динамика не приходит в катастрофу, то нелинейные теории могут же всякие бяги, то там все сохраняется. А если неправильно, плохой Лагранжан выбрать, то будет нарушение. Я предлагаю поблагодарить докладчика еще.